Британский актер Бенедикт Камбербэтч объявил о предстоящем браке с театральным режиссером Софи Хантер. Об этом сообщает британская пресса. Последний раз пару видели за романтическим ужином в одном из ресторанов Лондона. Примечательно, что актер и его подруга прибыли туда по отдельности и всячески старались не попасть в кадр папарацци вместе. Объявили о помолвке традиционным для Великобритании способом через газету «Таймс». Представитель актера подтвердил, что Бенедикт действительно помолвлен. Он сообщил: «Я с радостью сообщаю, что заявление о Бенедикте и Софи – это правда».